Жители Армавира сегодня отмечают 162-ю годовщину со дня основания города. Праздник разделен на три дня. Его апогей наступит сегодня в 7 часов вечера. На главной сцене города пройдет грандиозный гала-концерт. Но и до этого момента жителям города есть что обсудить. Накануне вечером на центральной площади для армавирцев выступили звезды российской эстрады. Причем, кого пригласить из народных артистов на праздник, жители определили сами. За несколько недель до дня рождения города был проведен социологический опрос. По его итогам выяснилось, больше всего армавирцы хотят услышать Олега Газманова и Лолиту Милявскую. Во время концерта пошел дождь, однако отменять выступление никто не подумал. Впрочем, артистов такой экстрим тоже явно не смутил. Город немножко мокрый, но очень теплый и хороший. А вообще очень хорошо все. И я сегодня от главы города узнал много интересного про Армавир. И воспользуюсь таким прекрасным случаем, еще раз всем пожелаю счастья, удачи, процветания, мира, добра и повышения зарплат. Пока. Сегодня празднования Дня города продолжаются. Утром прошел парад первоклассников, а вечером будет большой концерт. К слову, сегодня метеорологи обещают хорошую погоду.